Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue в рубрике «Лучшие игры», и я рад вас приветствовать в 18-й части моего прохождения. Итак, дорогие друзья, в последней части мы остановились на том, что мы узнали, что синий этот, вернее не синий, в синем костюмчике этот... злодей, голум, лысый, скинхед, как хотите, так его и называйте. Он связан с бандой Безумные Ангелы, которая промышляет в порту. И нам опять нужно возвращаться в порт, но теперь уже намного больше мы хотим. Мы хотим устроиться в порт на работу, и поможет нам в этом обещал помочь Гора, который теперь очень-очень хорошо к нам относится. Такой эдакий наш новый друг. Давайте я, может быть, зайду к Фукусану. Если он здесь, нет, его, он, наверное, уже в додже, как всегда. Ини-сан нету, видимо, она у алтаря, как всегда. Давайте поговорим с ней, если нам, конечно, есть о чем говорить. Ини-сан. Дио-сан. Also. Do make more of an effort to return home as early as possible. I will try my best. See you later, Ine-san. Yes. Нет ничего особенного. Ине-сан нам не говорит. Кстати, обратите внимание. У них есть подпол на кухне. Очень удобная вещь. Ну, раз говорить нам не о чем, значит мы отправляемся сразу в порт. I have to be sure not to waste По пути, this. Конечно, зайдем к котенку, посмотрим, как у него дела. У нее. У нашей кисы. Покормим ее. Вчера я купил... в предыдущей, вернее, серии я купил консервов, рыбки, молочка. В общем, действительно много чего есть покушать нашей киске. Я думаю... Пусть попробует консервы из тунца сейчас. Должно быть вкусно. Обязательно. Веселый парень этот Гора. Хотя, конечно, поначалу он к нам, да-да-да, вот так относился, мол, кто ты такой? Еще и деньги... отнимал у бедных рабочих, а тут сразу залебезил, такой хороший стал. Hi, Megumi. Hi, Adele. My mommy said I can keep Chibi at our house. She did? That's wonderful. Always take good care of her, okay? I will. Превосходно. Мама Мегуми, как вы уже слышали, разрешила оставить котенка у себя дома, и это... Это просто превосходно. Here, eat it. It's tasty. I think she likes this food. It must taste good. I'll bring more again soon. Great! Thank you, dear. Консервы из тунца весьма пришлись по вкусу нашему котенку. И мы отправляемся дальше. Конечно, по пути не забудем купить какую-нибудь новую игрушку. Из автомата Sega. Ну, вернее, из автомата с играми Sega. Sonic там и прочее. Мне эти игрушки как-то больше нравятся. И также повторюсь, что хорошие новости, что Чиби теперь есть где жить. Toy capsules. 100 yen each, huh? I should buy one. Ну-ка, что у нас тут? Ну, ничего интересного. Ха? Бинс Бэйн. Ха. I should try again. Nah, not today. Какой-то многосторонний такой куб, я уж даже не знаю, как назвать. Единственное, что в голову приходит из многостороннего, это какой-нибудь октайдер. Но это восьмиугольный. Не считал. 8 там углов. Или больше. Кажется, что больше. Такой он весь интересный.
Надеюсь, что на Зоме сейчас магазинчики. Мы с ней о чем-нибудь поговорим. Или нет, кто знает. Или просто отправимся в порт, встретимся с Гора. Он сказал, вроде, полдень. Санта-Клаус здесь ходит. Все хочу сказать Дед Мороз, но нет. Санта-Клаус. Рио. Назоми. What happened? Hmm? Something's happened, hasn't it? No. A fight? No, it's not that. Please, you gotta stay out of trouble. I'm fine. Yo, but what if something happened to you? Don't worry. Promise me you'll take care. Yeah, see you later. А все-таки коротенькую юбочку носит Назоми. Не знаю, как бы действительно в том году относились бы к этому. Потому что у нас... Хотя, подождите-ка, 86-й год... Ну нет, уже, конечно, наверное, такой строгости не было, но все равно, наверное, такие короткие не носили. Хотя, кто знает, в Японии другие нравы, но мне казалось, в Японии нравы намного строже. Намного строже. Итак, у нас сейчас будний день, по-моему. Эх, к сожалению, не помню. Ну, автобус либо уже ушел, либо сейчас придет. Одно из двух. Давайте пока сходим, переговорим с нашими... С нашей владелицей лавки. You look busy. Is something wrong? Oh, Rio. What's up? You look concerned. No, I'm fine. All right. See you. Oh, Rio. Have you seen Kurita-san lately? No. Did something happen to him? Oh, it's nothing. I see. Так, скорее на автобус, пока мы не опоздали. Ага, вот и автобус наш пришел точно по расписанию. Превосходно. Проходите, мадам. А мы следом. Кстати сказать, у вот этой владелицы лавки цветов довольно тесные отношения с Курита-саном. В порт мы как раз прибываем в 10:30, я думаю, это как раз и есть полдень, как сказал нам Гора. И нам нужно в порту встретиться с ним у склада номер 1. С большими синими дверями, как он сказал. Хорошо, давайте посмотрим. Итак, а склад 1.17 это туда. Значит, туда мы и отправимся. Надеюсь, что Гора нас устроит на работу. Мы будем получать некое жалование в день. И у нас станет еще больше денег. Мы разбогатеем. Рио станет богатым и уедет в Гонконг. Так, склад 1.11 нам сюда. 6, 5, 3, стоп, 2. Ага, вот, похоже, склад номер 1. Так, ну где же Гора? Hey, you! You can't enter without permission! Hey, keep away from there! Так, а я правильно пришел? Сейчас посмотрим. Да, склад номер 1 здесь. Наверное, мы еще рано пришли. Придется нам как-то провести время это, пока Гора еще не пришел. Давайте, может быть, пойдем прогуляемся по порту, зайдем вот сюда, посмотрим, что у нас здесь есть, потому что дальше мы не заходили. Интересно посмотреть все же полностью порт. Здесь у нас склады опять же разные. Ну, конечно, а что же еще? Большой-большой корабль. Огромный. Который, кстати, отсюда никогда не отойдет. Так, а там у нас что? Ну, там, наверное, нас тоже не пустят, безусловно. Скажут, сюда можно только вот этой черной кошке. Или это собака? Ну-ка, ну-ка. Нет, это кошка. А то я уж думал, не мопс ли это? Ох ты, вы поглядите!
Mad Angels. Mad Angels. Вот они. Вот они где обитают. Красавчики, а? Все понятно с ними. Вот здесь-то мы с ними, я чувствую, и будем встречаться. Не раз. Совсем не раз. Хорошо бегать, голубей гонять, а? Забавно. Ну, давайте возвращаться. Интересно, где наш старый знакомый бездомный? Наверное, сидит там неподалеку от кафетерии и магазинчика. Видимо, так. Если Гора еще не пришел, то, наверное, он должен прийти точно в 12 часов. Это как раз и будет полдень. Давайте я открою дневничок, посмотрим. Склад номер один у синей двери. Ну, да, это и есть склад номер один. Потому что остальные склады с номером там один и больше, они уже в другой зоне. Куда нас просто так не пустят. Excuse me. Hello. Are you busy, Hisako-san? Well, it's not so bad, I'd say. I see. I've got to go. I'll stop by later. Okay, I'll see ya. Увидимся, увидимся, Хисако-сан. И я пойду поговорю с нашим старым знакомым. Если, конечно, нам будет о чем говорить. Надо было, конечно, мне позвонить нашему знакомому. Как же его зовут-то? Господи, все время забываю. Все время забываю, а? Нет, нам с ним не о чем разговаривать. О, смотрите-ка, спортсмен. Ха. Got a minute? Excuse me. I'm in the middle of my training. Ну, давай, давай, тренируйся. В общем, сыну мастера Чена позвонить, и мы с ним бы встретились, он бы помог нам перевести еще один свиток, который мы нашли. Но оставим это на потом, оставим это на попозже, когда у нас еще выдастся свободная минутка. А пока что давайте уже подходить к первому складу и подождем там Гора. Кто где обедает, кто где сидит. Просто за ящиками или у склада. Особого такого. Хотя у них же есть кафетерий, странно. Но некоторые, видимо, предпочитают кушать просто на земле, так сказать. Давайте подождем. Итак, время у нас практически подошло. Начался обед в порту всеобщий. Yo, bro! I've got you a job, man! Really? Thanks. But you know, I had to go through quite a lot of hassle for you, though, bro. What'd you say? That'd be the job I found. Shut your lip, woman! Hello, Mai. Hi, Edyo. Hey! You two know each other? Airhead here asked me to find it for you. I'm always delivering lunch to Harbor Dorm, so I asked the foreman I know for you. Batting her little eyes like, oh pretty please, Mr. Foreman, huh? Ow! So, where should I go? Be at the Alpha Trading Office by 2 p.m. Just ask for Yara-san. You have an appointment. 2 p.m. Yara-san. Alpha Trading Office. Thanks a lot. See ya! Ха, превосходно. Спасибо большое, Гора, за то, что он нашел нам работенку. Нам нужно поговорить с Yara-san в Alpha Trading в 2 часа. И нам нужно провести как-то это время. В порту, конечно, развлекаться негде. Никаких автоматиков у нас нету.
Но я думаю, это как раз тот самый момент, когда можно позвонить и попросить аудиенции у наших китайских знакомых. Так, где-то у меня телефончик, как всегда, записан. Сейчас мы и позвоним. Последний штрих. Hello? Father's heaven. Nine dragons. Mother's earth. Comrades. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are? My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah. I must consult Master Chen. Arrange us a meeting. Father's not around. Well, could you meet me? I need to talk. Tell me if you must. Отлично. Сейчас мы сходим. Надеюсь, мы успеем все. И поговорить. И сделать... Ой, и успеть на встречу. Мы, надеюсь, все успеем, хотя времени у нас всего часов. Hey, hold it! This is not open to the public. You'll have to leave. Да. Я надеялся, что можно и отсюда попасть в район старых складов, но, как видите, нет. Отсюда попасть туда невозможно. А вот мне интересно, могу ли я через эти ворота попасть? Hey, wait a minute! This area is not open to the public. Get out now. Нет, к сожалению, через эти ворота нельзя попасть в район старых складов. Ну ладно, что же. Будем проходить через главные. Hey, wait. Excuse me. I need to meet Master Chen. What's your name? Dio Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. Хорошо бы нам, конечно, сразу к восьмому складу попадать, но ладно, ничего, пробежимся. Зарядочка для ног, она всегда полезна. Так, кажется, он вот здесь вот. Да, восьмой склад здесь. Can I ask you something? What is it? Could you translate this for me? A scroll, and it's in Chinese. Oh, fierce tiger. Thou art ruler of the forest, the bravest of character. As tranquil as the most majestic of mountains. As swift as a bolt of lightning. As violent as an earthquake. Jolting the great earth. Show no mercy. With twin fangs strike and rush up Moon Mountain. Striking fear in all, nary a soul challenge thee. It's a secret poetry. Secret? To maintain secrecy, the technique is written in poetry form. Only one who's received the master's verbal instruction can understand its meaning. Why did my father have it? No idea, but I'd assume if he had the scroll, then he received instruction from the original master. My father? I'd hold on to this. Perhaps someday you will meet the master who wrote this. Thanks. Sorry to bother you.
Очень интересный свиток. Действительно надеюсь, что мы встретим этого мастера. Ну а теперь как раз у нас остается совсем мало времени. Давайте перекинемся словами, словечком с Томом. Том. Хайрио! Do you know a place called Alpha Trading Office? It's over there! Go along the waterfront, man! Thanks. О, удивительно. Том что-то знает и подсказал нам. Редко такое случается. Но спасибо, конечно, мы уже знали, где он находится, потому что я первый раз, прибыв в порт, тут же посмотрел его по карте. Ух ты, смотрите, какой военный линкор. Классный. Смотрите, какой. Конечно, я понимаю, что он немного картонный, но неплохая прорисовочка. Причем еще, смотрите, там на утесе какая-то база есть впереди. Хорошая прорисовка. Да отличная прорисовка, понимаете? 99-й год и такая графика, да, это был просто переворот. Первый раз я встретился с Шенму, когда увидел трейлер на, по-моему, демо-диске, если я не ошибаюсь. По-моему, был демо-диск к Dreamcast, и вот там был один из трейлеров, это был Шенму. Также там была интересная игра Evil Twins, злобные близнецы, но... Не знаю, как-то не довелось мне в нее поиграть. Наверное, интересная. Ну что, остается у нас пару минут. Я выжду и зайду ровно вовремя. Пунктуальность всегда, всегда оправдывает себя. О, 2 часа ровно. Ха, как я и говорил. Excuse me. What do you want? Are you Yara-san? Yeah, that's me. Maya-san, at the lunch stand mentioned me? Oh, yes. Maya from the lunch stand. Yes, she did. Can you start right away? Yes. You, ever drive a forklift? No, sir. Well. Break something, it'll be deducted. Yes. Hey, Mark! Come here a sec! Okay, boss. Okay, Mark will take it from here. I see. Mark, show him how to drive the forklift. Okay, boss. Hello, I'm Ryo Hazuki. Hey man, I'm Mark. I'm sure we'll get along just fine. Driving the forklift, it's easy. You'll get the hang of it real quick. Okay. All aboard? Весьма интересно управлять погрузчиком. Класс. Ну-ка, сейчас попробуем. Okay, you ready? Let's start your lesson. First turn the wheel either left or right. Не вопрос. Good, that's it. Next, press the accelerator. No, that's the left. No, that's reverse. Press the accelerator harder. Okay, good. Now back up. Different from accelerating. Yeah, that's it. Finally try raising and lowering the lift. Так, а как опускать-то? Okay, not too bad. Now, you try moving that crate. Take that crate to warehouse number 3, just there. First slide the fork under the crate. Then lift the crate and go.
понятно. И ставить его в клеточку. Easy, ain't it? Okay, now it's your turn. Place the crate within the grid marking the floor of the warehouse. Okay, for the rest of the day, you'll be training, all right? Take the rest of the crates to warehouse number 3. Okay. I gotta get back to work, so finish the rest yourself. No problem. Лады, Марк. О, понятно. В общем, опускать той же самой кнопочкой. Ну, давайте. Ой. Да, не очень удобно. Не очень удобно. Не очень удобно, я бы вам сказал. Так. Хорошо, хорошо. Вот так. Теперь... Ой. Да. На компе не очень удобно, конечно, управлять. Одна кнопка назад, другая вперед. Ну-ка. Зато разгоняться можно. Забавно. Так. Ладно, поставлю так. Я помню, на Dreamcast'е тоже так ставил кое-как эти ящики. А, это гудок, смотрите-ка. Ха-ха, прикольно. Потому что я привык вперед нажимать все время, чтобы ехать. Чтобы ехать вперед, нажимайте вперед. Так, назад немножечко. Теперь еще раз вперед. Да, пофигу, ставим. Да, погрузчиком управлять на клавиатуре неудобно. Совсем неудобно, это я вам точно говорю. Да что я все время вперед нажимаю, по привычке. Ну-ка, сейчас попробуем взять сверху ящичек. Давай, 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 Рио, давай, не поворачивай. Вот так, вот, взяли, прекрасно. Зато я помню, как я на джойстике управлял, ну, быстро прям управлялся так, вообще без проблем. Эти ящики там раз-раз схватил, поехал, поставил, столько этих ящиков перевозил. Все быстро, так четко. Да хватит гудеть. Я все время гудок этот включаю. Тихо, не сбить человека. Не сбить охранничков, которые нас ловили столько времени. Так, разворот. Теперь вперед. Ладно, поставлю сюда. Пусть тут стоит. Колеса, кстати, фиксируются, когда, ну, мы поворачиваем. Еще раз вверх не возьмем. Сверху как-то, не знаю, сподручнее мне, что ли, брать. Или я просто захожу на этот, так сказать, вираж так удобно. Вообще, конечно, весело, ну, что сказать. Играли-играли, а теперь нужно работать на погрузчике, а? Ну, неплохо вообще, а? Покататься. Класс, класс, действительно. Ну, безусловно, это шикарная игра, которая просто опередила свое время на многие-многие годы, так сказать. Так, сюда она же не влезет. А, пофиг. Опускаем, сейчас, наверное, конец смены будет. Да? Точно. Finished for the day. Oh, good work. Thank you. You're getting used to the forklift. I suppose so. About your wage. You start at 300 yen per crate. There's a quota every day, so don't go slacking off. Yes, sir. If you do good enough, and meet quota, I'll give you a raise. I understand. Well, good luck. Thank you very much.
Ну что, неплохо, мы подняли, по-моему, пару тысяч деньжат. Yo. Mark. I need you to come tomorrow at 9 a.m., okay? Yeah, sure. There's something we gotta do before work. Before work? Really? Yeah, man. You'll see when you get here. Oh, and don't be late. Okay. Интересно, что же нам приготовил Марк, что у нас будет до работы. Надеюсь, нас не будут посвящать в грузчики. Очень на это надеюсь. Итак, начал работать на погрузчиках. Работа начала в 9 утра, в 2 обед, до 5 часов вечера зарплата 300 йен за ящик, нужно выполнить норму. Я попробую разузнать о безумных ангелах, работая в порту. Безумный ангел, что это за банда? Да, действительно, нам пока это, дорогие друзья, совершенно непонятно. Ну что же, а теперь ее отправиться домой, а я на этом завершаю мою серию. 18-ю часть прохождения по игре Shenmue. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Встретимся в следующей части. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.